Военнослужащие азербайджанской армии отразили контратаку подразделений вооруженных сил Армении, сообщили в Министерстве обороны Азербайджана. В сообщении отмечается, что боевая активность противника вдоль государственной границы контролируется подразделениями азербайджанской армии. Армянские военнослужащие в страхе и смятении покидают свои позиции, среди личного состава наблюдается паника. Живая сила и военная техника вооруженных сил Армении, сосредоточенные вдоль границы, находятся под прицелом. Боевая техника противника выведена из строя. Подразделения азербайджанской армии владеют оперативно-тактическим преимуществом, заявляет Минобороны Азербайджана. Азербайджанское военное ведомство еще раз заявляет, что ответственность за напряженность на границе несет военно-политическое руководство Армении. Подпишитесь на наш канал Budra News и будьте в курсе всех событий.